Всем доброго времени суток. Очередная бандероль с Китая. Доставлена новой почтой. Посылка с сайта GearBest. Здесь, ух ты, даже герметически было запаковано. Где-то я надрезал и пошло шипение, в воздух выходил. Это у нас планшет. Так, здесь больше ничего нет. Это герметические вот эти вот шипели. Так, здесь у нас планшет, куб. Какой-то там iWork 11, если не ошибаюсь. Доставлен очень быстро. Привезли прямо домой. Так, вот такой вот планшет. Ну так вроде бы все отлично. Пробуем включить. Так, судя по всему, ага, можно выбрать. Загрузимся в Android. Так, и посмотрим, что у нас здесь в комплекте. Немного примятая коробочка. Так, здесь у нас ничего. Столько пустого места. Зря пропадает. И здесь у нас... Здесь у нас находится блок питания. Вот и кабель. И все, и инструкции, книжечки. Могли бы хотя бы переходник положить уже. Так, и сам планшет смотрим. Посмотрим память. Так, у нас здесь под Android 7 гигабайт свободно. Ну, в принципе... Сейчас выберем язык русский и посмотрим сведения о системе. Планшет довольно-таки увесистый. Android 5.1. Обновление системы работать не будет, так как... Так, модель почему-то... i8 стоит. Ну, в принципе, все работает. Сайт GearBest. Кому интересно, оставлю ссылку в описании. Заказывал я его, естественно, по акции. В принципе,
нареканий никаких нет. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.